22 октября. Льет сильный дождь. Вот это классика. Сегодня день Саватия пчеловода. А? Сегодня день пасечника Саватина. Ну, есть такой праздник. Сегодня надо с утра съесть ложку меда, запить теплой водой, чтобы очистился организм, поправить здоровье. В общем, сегодня нельзя пчелам наносить вред. Ну и не пришлось им вред наносить. И ни вред, ни пользу. Потому что дождь, поэтому ты их не смотрел. Но вырезали осы семью самую лучшую, им не помешало. Да, вот у пчел. Не, ну это пчела, имеется в виду для людей, чтобы люди. Это слабая порода была, не дошли. Чтобы люди не приносили вреда. Ну, когда смотришь, все равно ж погибает какая-то часть пчел. Так, дождик идет, а пчелки сидят себе спокойненько в домиках. Надо козырьки, мне кажется, вот так вот на каждый улик, чтобы там... Ну, вот видишь, как. Ты... Понимаешь, 30 килограмм меда в светлых рамках. Ну, ты сразу это определил, что это побили там. Дождик нахлынул. Только я начала кизил собирать, он нахлынул. А вон там косой какой дождь. Сзади он, за забором, прямо косой идет. Здесь-то струйки слетают. Ну, примета этого дня, это Трофимов день. Примета этого дня, что если будет дождь, то скоро будут заморозки. Скоро ждать заморозков. Так что будем заморозков ждать. Вон орехи. Мы собрали петьку, арбузы, буряки. И арбузы, и кизил. Кизил собрала я немножко. Ну, орехи собрали. Ну, много, конечно, валяется вон орехов. Много. Да, жалко, конечно. Ну все, всем хорошего дождя, теплого.